Мы с вами все продолжаем эту большую тему, которая, надеюсь, вы понимаете, является чрезвычайно важной для нашего времени. Просто чуть-чуть повторюсь, что сейчас, может быть, как никогда, вопрос о том, кто есть Иисус Христос, оказывается все более и более спорным. И это будет продолжаться до тех пор, пока, наконец, мы все не узнаем, что, оказывается, Он-то и не был Христом, а Христом-то является кто? Тот, который наконец-то объединил все народы мира, наконец уничтожил войны, наконец дал процветание тому остатку человечества, одному золотому миллиарду. Остальные 5 исчезнут просто незаметно. Ну, незаметно исчезнут и все. Да, и наконец-то наступит долгожданный рай на земле. Он даст, если не бессмертие, то, по крайней мере, скажет, что бессмертие, он же будет обманщик. Вот он-то и объявлен будет Христом, и сам себя объявит, и его прославит. И самое печальное, что все религии примут его в качестве спасителя мира. Вот так. Поскольку тенденции сейчас эти все усиливаются, я не знаю, насколько вы знакомы вот с этой литературой и состоянием религиозной мысли даже в христианских церквах. В данном случае под церквами, я обращаю ваше внимание, я подразумеваю не в православном смысле слова «церкви», а в экуменическом. А в экуменическом вы знаете, что там церковью называется любая церковь, любая община, если хотите, которая говорит, что она исповедует Господа Иисуса Христа. Так? Но как исповедует, каким Господом и каким Христом, об этом уже лучше не говорить. И есть целый ряд вещей, которые, может быть, вам потом я даже и зачитаю, может быть, даже, поскольку это имеет чрезвычайно большое значение. Сейчас я посмотрю. Да. Вполне возможно, что я даже вам и зачитаю, куда идет наша современная богословская мысль. Ах, да, вот тут есть. Я вам, наверное, зачитаю, если время у нас хватит. Да, куда мы идем? В понимании даже таких центральных догматов христианства, как догмат Святой Троицы и догмат о Христе. Сегодня я просто продолжу вам нашу тему, поскольку есть целый ряд аспектов, как вы увидели уже, в понимании Христа. И вот сегодня вам скажу о следующей стороне этого понимания. Ну, еще раз, вот приходится постоянно оговариваться, и дай Бог, чтобы эта мысль ваша не сбивалась, что, говоря о Христе, мы говорим о христианстве. Говоря о Христе, мы говорим о понимании христианства как такового. Вам понятно? Говоря о Христе, мы говорим и о вере, о вероучении, и о духовной жизни христианства. Вот. Я надеюсь, что вы все это понимаете. Вот так вот, и сегодня продолжаю с вами нашу тему о том, кто же такой Иисус Христос, кто Он есть. Мне хочется предложить еще к вашему размышлению еще одну сторону, чрезвычайно важную, может быть, одну из самых важных. Все более усиливается тенденция, она всегда имела место, но все более усиливается, восприятие Христа и отсюда в само понимание христианства как религии, которая дает человеку, приводит человеку к состоянию, так сказать, духовных наслаждений. Религии, которые порождают в человеке сильнейшие внутренние чувства, переживания, доводят до экстаза. Если хотите, это та религия, еще раз просто скажу, это религия, который наконец-то дает человеку те наслаждения, которые превосходят всякое человеческое разумение. Вы понимаете, в чем интерес тут? Это надо еще объяснить.
Потому что, с одной стороны, кажется, это и так. С другой стороны, то, о чем я сегодня вам хочу сказать, это не только не так, а это есть одно из страшнейших заблуждений, которое все более начинает поражать современное сознание многих. Есть, вот мы с вами все живем, и когда мы ведем, когда человек ведет правильный образ жизни, так, он приобретает и верное, истинное удовлетворение в этой жизни. Вот можно же есть и с удовлетворением есть, как говорят, с аппетитом, прям с радостью. Это даже приводит какое-то наслаждение. Ну почему? Потому что он голоден, он проголодался, и это естественно для человека. А можно совсем иначе воспринимать то же самое. И есть совсем не потому, что даже есть хочется, а искать соловьиных язычков, лягушачьих окорочков. То есть стремиться... Вы слышите, чему? Я стремлюсь к наслаждению, а не к естественному процессу жизни, который тоже приводит и приносит человеку удовлетворение. Но стремиться к чему? Внутри меня этот центр. Не так давно группа богатейших бизнесменов Франции обратилась к папе Римскому с просьбой. Просьба состояла в том, что они просили папу Римского вычеркнуть из перечня грехов то, что на нашем языке называется гортанобесие. Знаешь, что это такое? Ну, есть чревобесие, есть гортанобесие. Чревобесие – это объедение, обжорство. Так сказать, если проще. Гортанобесие – это когда человек ищет наслаждений в пище. Не питание тела, а наслаждений в самом себе. Так вот, они объяснили, что мы объедаться, конечно, мы считаем, что объедение – это грех, это нехорошо. Но вкусно-то поесть, чего ж тут худого? Вы теперь понимаете вот эту тонкость развлечения. Одно дело – голодный человек ест действительно с удовольствием. Для него хлеб – это сущее наслаждение. Но не потому, что он ищет этого наслаждения, а потому что это потребность у него, его организм. И другое дело – искать не питание себя, а искать именно наслаждение в этом, ковыряться в этом. Так вот, это, так сказать, аналогия, которую я привожу с определенной вполне целью. И в религии, и в христианстве, оказывается, можно видеть совершенно разные вещи. Можно говорить о том, что действительно Бог дает человеку того, что око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило. И это является естественным следствием правильной духовной жизни человека, о чем надо нам говорить отдельно, что это такое правильная духовная жизнь. И есть другое нечто, когда человек ищет не этой правильной жизни, естественной, правильной духовной жизни, а ищет другого. Что ищет? Экстаза, самадхи, мокши, наслаждений. Не духовная жизнь меня интересует, не Бог, не спасение, а искание наслаждений как таковых. Эти наслаждения носят характер как интеллектуальный, когда человек вдруг получает знание того, что это такое. Помните, как в откровенных рассказах странника, как этот молодой человек с чего начал все? Как это можно беспрестанно молиться? Его, вы думаете, интересовала своя греховность? Свое несовершенство? Непонимание, если хотите, основ духовной жизни. Нет, как это можно беспрестанно молиться? И это дальше определило весь путь его духовной жизни, который привел, увы, к самым печальным последствиям. К самым печальным, вы слышите, последствиям. Феофан Затворник,
который в 1883 году издал сначала эти откровенные рассказы странников, через 10 лет пишет: «Не читайте их, они ведут к прелести». Верно. Так вот, в данном случае многие рассматривают, особенно это заметно, вы знаете, на христианских сектах, на различных христианских вот этих малых так называемых церквах, у тех же протестантов, которые видят, что христианство, Христос открыл путь к этим наслаждениям. Если хотите, знаете, что происходит? То, что, о чем хорошо сказал Пушкин: «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение». На аскетическом языке вот это искание вот этих духовных наслаждений, благодати, переживаний, искание слез, искание сладости. Вы слышите, чего искание? Все это именуется прелестью, то есть самообманом, лестью себе, исканием пути заблуждения. Это путь погибели. Вот здесь мы с вами и видим чрезвычайно важный момент, который отличает православие от всего инославия. Вот вы знаете, в экуменическом движении, ну, скажем, я множество раз же присутствовал на всех этих конференциях, все ничему посвящены. В лучшем случае рассмотрению каких-то чисто рациональных расхождений, которые имеют место между православием и неправославием. В основном же они касаются вопросов отношения христианства к окружающему, так сказать, миру, к обществу, государству, к нациям, политике и так далее. Так? Самое главное, оказывается, никогда не рассматривалось. Вот вам свидетельствую. Никогда не рассматривалось в диалогах с католиками, в диалогах с протестантами самых разнообразных направлений, в экуменических конференциях никогда не было вопроса о том, а каков же правильный путь духовной жизни христианина. Какие здесь возможны заблуждения? А заблуждения здесь, я вам скажу, возможны, ой, насколько сильные. Я не помню, приводил вам или нет, но очень хороший пример, вот наглядный, когда мне пришлось вот это наблюдать самому, когда после очень хорошего вечернего обеда со всеми шутками, прибаутками, с вином и так далее, повели в отдельную комнату, чуть-чуть поменьше этого зала. Там столики на четверых, на шесть человек, но комната, в которой электричество не зажжено, на столиках стоят только свечи. То есть полумрак. Все расселись, и молчание. Я сижу, думаю, интересно, что бы все это значило. Вдруг, смотрю, встает одна женщина и начинает говорить. Начинает толковать какое-то место Священного Писания. Ну, вещи, которые она говорила, ну, чепуха. Ну, примерно так, дважды два, вы понимаете, это четыре. Вот, вот. Оказывается, это ей было откровение. Все сидят, все эти собрания протестантов разных конфессий, разных исповеданий. Что оказалось? Она села, наступило опять гробовое молчание. Никто ни с кем не разговаривает, тишина абсолютная. А вы знаете, когда вот долгое молчание, как тянется время? И так опять проходит минута, две, вдруг встает другому, начинает говорить о чем-то другом, о том, как, например, как с христианской точки зрения очень полезен спорт, как он, например, ведь в здоровом теле здоровый дух, да, и начинается эта философия. Так хотелось подпрыгнуть и сказать, так наоборот, может, в здоровом духе, может быть, здоровое тело. Нет, сидишь, и так через какие-то промежутки, время от времени – встает и говорит. Какова идея? Потом я спросил. Оказывается,
где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них». Оказывается-то, все сидят и ждут, когда Дух Святой накатит на кого и даст ему провозвещать свое откровение для всех. Даже сомнений нет никаких, что вот мы в нашем этом состоянии, наевшись, напившись, насмеявшись, перейдя в другой зал и с сытым брюхом, да, так, начинаем со свечками получать откровение от Духа Святого, не меньше. И это сплошь и рядом. Чем характеризуется вот эта лесть, вот эта прелесть, этот самообман, что, оказывается, без всякой подготовки, оказывается, могу вступить в общение с Богом и получить откровение от Бога, которое должен затем возвестить другим. Я вам сказал об экуменическом собрании. Это в основном протестанты. А вот путешествуем по Италии. Наш делегат возглавляет высокопревысокопреосвященный. Это значит член Синода, то есть высокопревысоко. Да. Принимают на самом каком уровне. Приезжаем, и вдруг, знаете что? Вдруг нет местного епископа. Епископа нет. Что, нас папа принимает там? А тут епископа нет. Что ж такое? Оказывается, он занимается недалеко тут, в горах где-то, в своей резиденции. Он медитирует. О чем медитирует он? О проблемах современной молодежи. Да. Если бы мы могли соприкоснуться с многими уже такими, ну, знаете ли, особенно крайними или достаточно крайними, даже, ну, не знаю, крайними или не крайними сектами, что там происходит. А это говорение новыми языками, когда вдруг начинают там говорить неизвестно что. Это вера в то, что мы вот в этом нашем состоянии можем получать откровение, можем приобщаться к Богу. Можем получать все эти состояния. Христос – это кто такой? Даритель нам духовных переживаний. Я вам сказал о западном христианстве. Ну, с тем, чтобы сказать, вы знаете, до чего мы хороши? Это они, еретики, несчастные. Уж мы-то этого не позволим себе. Не позволим? Да. Увы. Если мы откроем творение святых отцов, то, наверное, почти у каждого из них найдем строжайшие предупреждения о прелести, о лести себе. Все эти предупреждения связаны с чем? Что человек с неочищенной душою, не познавший себя, не увидевший, кто он есть на самом деле, и кто сразу лезет уже к Богу, тот человек подвергается страшнейшим искушениям. Тот попадает в дьявольские сети. И в конце концов многие из них кончают жизнь свою плачевно. У святых отцов решительный тезис. Видишь молодого. Речь идет не только о возрасте. Не думайте только о возрасте обычном. Может, этот молодой может быть совсем по годам и не молодой, но неофит по вере. Видишь молодого летящего на небо за этими блаженствами, стащи его за ноги на землю. Что это значит? Это значит вот что, друзья мои. Православие решительно первое отвергает этот, вот саму устремленность человека к исканию вот этих всех переживаний. Тот, кто стал на путь искания, все, уже стал на путь прелести. И ни к чему доброму он никогда не придет.
он придет только к самомнению, тщеславию, гордыне. Какой же правильный путь, говорит христианство? Что Господь нам принес, Господь Иисус Христос? Кто Он есть? Что Он дает нам? Этот правильный путь по единогласному учению святых отцов заключается в следующих, если хотите, ну, таких этапах, что ли. Первый самый этап, первый, только став, если хотите, даже не этап, а шаг, только став, на который человек может идти в верном направлении. Это тот, который был выражен замечательными словами преподобного Симеона Нового Богослова. «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Первое – это искреннее стремление человека жить по тем заповедям, которые оставил нам Господь. Первое, вы слышите? Только это первое открывает нам нечто, нечто великое и важное. Что оно открывает? То, что сказал, о чем сказал преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы слышите? Вот он следующее, что открывается человеку. Это порождает искреннее покаяние в человеке, дает возможность правильной покаянной молитвы. Это сокрушение о грехах приводит к правильной молитве, потому что есть, оказывается, молитва ложная. Какая это правильная молитва и какая ложная? Опять-таки очень важно знать, какая молитва может принести постепенно человеку некие утешения и мир душе, а не эти сладостные наслаждения. Какая это молитва? Вот здесь в высшей степени важно. Эта молитва, оказывается, связанная с вниманием. Внимательная молитва. Где нет внимания, там надо знать. Вот я простоял, как пень, целую всенощную, и не помолился. Пень по нем так и остался. Нет молитвы там, где нет внимания. Нет молитвы там, где нет покаяния. Молитва состоит в том, чтобы человек, как перед другим человеком он мог бы сделать перед Богом, открыл свою душу. То есть, Господи, вот меня вот мучает вот эта вот несчастная зависть, и не могу. Помоги мне, Господи. Вот что требуется. Откровенный, вот прям лицом к лицу, если хотите, откровенное обращение к Богу. Молитва только тогда совершается, когда есть внимание, благоговение и сокрушение сердца. Иначе, знаете что? Прелесть. Я думаю, что я 3 часа отмолился. Слава тебе, Господи! Наконец служба кончилась. Ну как же, я в это время читал что-то такое, или пел что-то такое, это, что положено, или возгласы, если я священник. Ай-яй-яй! Всю жизнь можно прослужить в церкви священником, чтецом, певцом, неважно кем, монахом, да, всю жизнь. И я не знаю, за всю жизнь хоть несколько минут помолился человек или нет. Но внешнее присутствие в этом, я могу создать у себя впечатление, что я что-то сделал. Самообман, прелесть. Особенно эта прелесть поражает, когда человек что-то начинает делать даже чуть-чуть больше, чем, как кажется, все делают. Здесь эти сладости, ой, какие могут быть. Я вам приведу пример из современной уже жизни, из современной практики, а не чего-нибудь. Пожалуйста, книжка, которую вы не должны покупать, да, потому что она продается, да. «Наставник молитвы Иисусовой». Афонский старец Харалампи, который молодому человеку, только что пришедшему к нему, так сразу дает ему четки в руки и что начинается? И говорит ему,
считая молитву Иисусову «быстро-быстро». Слышите, так написано «быстро-быстро». «Становись вместе с нами и должен сделать 4 круга», то есть 14 500 молитв Иисусовых. Тут в обмороке чуть ли. Геронда, я ж не могу этого сделать. Будешь, сделаешь. И дальше начинается. У молодого человека язык работал как моторчик. Не прошло и часа, как он совершил 3600 молитв Иисусовых. Возьмите, пожалуйста, свои часы, обратите внимание на секундную стрелку и начните. Кто из вас сумеет в секунду молитву Иисусову произнести? Хотя бы раз, два, три. 4,5 часа. 14 500. Человек бормотал. Посмотрите в этой книге ссылки на святых отцов. Есть они или нет? Ни одной ссылки. Потому что это вопиющее безумие. Мы даже к человеку не можем так обращаться. Тем более к Богу. Попробуйте вы к отцу какому-нибудь там начальствующему. Подойдите и начните ему так говорить. А я буду стоять около дверей, посмотреть, как вы пулей вылетите оттуда из кабинета. Скажут, вы что? К Богу. Быстро-быстро. Язык как моторчик. Но знаете, что произошло? Молодой человек говорит этому отцу Харалампию. Отче, у меня появилась такая радость, такое наслаждение, такая сладость в горле, на языке. Ответ старца – восторг. Вы слышите? Восторг. Я тебе покажу путь еще более высокий. Сам я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. Предел. Вы слышите? Я вам сказал, католики, протестанты, еретики, конечно. Мы-то уж православные. Как моторчик надо молиться. Вот сейчас сеношное будет. Давайте, не валяйте дурака. Вот беда. Это какая беда? Вы думаете, это единичный случай? Сколько угодно сейчас мы найдем этих вещей, которые не где-нибудь проповедуются, не у этих там, не православных, а, увы, в православии. И все направлены на что? На искание неизъяснимых наслаждений. Откуда это проистекает? Прошу вас, братцы, мы занимаемся, если хотите, вот сейчас с вами важнейшим вопросом. Нашей, может быть, ну, нашего школьного обучения, нашей жизни. Откуда это проистекает? Из элементарного невидения того, что я духовно больной человек. Вы скажите, когда человек тяжело страдает, он о чем думает? О наслаждениях, да? Ну, подумайте, вот просто. Вот человек тонет, он что кричит «спасите»? Да, у меня вот там пир будет, да? Жаждет его, что ли? Наслаждение разве ищет погибающий человек? Когда у него зуб болит, ну-ка, об этом он думает. Невидение своей болезни, нечувствие того, какие раны наносим мы сами себе своим осуждением, завистью, празднословием, тщеславием, гордыней, я не знаю еще чем только, самомнением, невидением, нечувствованием. Вот что порождает вот это вот стремление к неизъяснимым наслаждениям. Не это Христос принес. Глубочайшая ошибка, когда воспринимает Христа как дарителя вот этих благ. Не об этом идет речь. Само понятие любви, о которой говорит христианство, совсем другое.
нежели то, которое нам опять-таки предлагается со всех сторон, в том числе, увы, опять и в нашей среде. Я говорю, со всех сторон. Что протестанты, что говорят. Вы обратили, наверное, внимание? Приходи сюда, и ты уже принят. Уже любовь наша тебя окрыляет. Бог любовь тебя встречает. Ты уже спасен. Что приповедует нам католицизм. Вы посмотрите на их величайших святых. На этих Францисков, Катарин, Терез. Вы посмотрите, что эта любовь какая. Вы только почитайте. Вот сейчас портреты святых издается в Милане. Вы почитайте, вы ахнете. Романы со Христом, оказывается. Романы. У нас что? А у нас как? У нас? Хорошо. Слушайте. Слушайте. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла. Понятно? И легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух, доколе не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви, им следуете и вы. Сейчас я скажу, кто это говорит. Каков же этот путь любви? Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Проделайте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Тоже и в отношении страстей и немощей. Послушайте, страстей и немощи. Не воюйте с ними. Не нужно ни дьявола бояться, ни ада, ничего. Должна царствовать любовь ко Христу. Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух и не стал мучить вас и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них, от немощи, от страстей. И не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то», например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую. Не просите, чтобы оно ушло, и не говорите: «Убери его, Боже мой», и так далее. Как же ошибался Ефрем Сирин, как ошибается вся православная церковь, когда говорит, помните молитву Ефрема Сирина-то, чтобы избавил Бог нас от праздности, уныния, любоначалия, празднословия, осуждения. Ай-яй-яй, какую ошибку мы делаем? И ведь эти слова я вам написал, эти перевел вам слова, не кого-нибудь, а тоже современного афонского старца, Порфирия Кавсоколевида. Не боритесь, любите. Как будто не читал человек Евангелия. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Начал свою проповедь Господь: покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное. Более того, если соблазняет тебя глаз твой или рука твоя, отсеки ее, вырви его, до крови борись. Тот же другой афонский старец Ефрем, современный, пишет: «Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а лицо покроется потом. Уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы другой природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Ради любви Христовой подвязайтесь со всей силою души. Будем сильно подвязаться.
вы видите, вот святоотеческое наставление. Недаром, когда этого Порфирия Кафса Калевита спросили, а читал ли он святых отцов, ответ был изумительный. Да, я люблю святых отцов, но, признаюсь вам по совести, я никогда их не читал. Вы слышите? Вот вам опять от себятина. Ни одной ссылки ни на одного святого отца. Полное противостояние им. Вот беда-то. Но зато авторитет-то какой, слышите? Как легко соблазниться, как легко пойти по пути прелести. То есть пойти по тому пути, по которому давным-давно идет западное христианство. Любовь, любовь и любовь. И ничего, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Одна романтика – любовь во Христе. А страсти? А страсти? А этот мешок, наполненный всякими гадами? Все святоотеческое учение направлено на то, чтобы бороться с ними, искоренять их, молиться Богу, каяться. Опять говорю, бороться до крови, а то вдруг не боритесь, любите Бога. Знаете, что Исаак Сирин по этому поводу пишет? Обращаю ваше внимание. «Нет способа, – писал он, – возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Вы слышите? Не с любви начинается, а нет способа возбудиться любви, если не препобедила страстей. Точно наоборот. Перевернули человека кверху ногами. А потом удивляются, ах, умер. С чего бы это такое? Ты же сказал, пишет он дальше, что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу. И в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Но скажешь, не говорил я «люблю», но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Человек даже не знает о том, что есть последовательность добродетелей, что любовь есть соус, то есть соединение всех совершенств. Вот когда любовь появляется. И там, где нет чистоты, ни о какой любви и речь не может даже идти. То есть предлагается вести подвиг сразу с сотого этажа. Замечательный строитель, правда ли? Итак, начинаем строить. С сотого этажа, с любви. Вот видите, какое восприятие может быть самого Христа. Если говорить о христианстве, то есть духовной жизни. Вот. Видите? Будем сильно подвязаться, пишет Ефрем старец, а Порфирий, не делай никаких усилий к тому, чтобы освободиться от страстей. И это что за новое учение? Обращаю ваше внимание. Книга «Старец Порфирий Кафса Калевит. Житие и слова». Издано у нас, издано в Малоярославце позапрошлом году. И в церковных лавках продается. Еще там другое, что пишет этот старец Порфирий. Ой-ой-ой.
как он во мгновение ока достиг прозорливости и непрестанной молитвы, сразу подсмотрел за старцем задним, как он молится, и тот ему передал. И он сразу стал прозорливым, дар прозорливости и дар непрестанной молитвы. Как на острове Патмос он увидел все откровение точно так, как оно было. В истории христианской церкви, пока кроме Иоанна Богослова, никто не видел его. Старец Порфирий, пожалуйста. Думаю, что вы поняли, с чем мы имеем дело. Поняли, надеюсь. Вы знаете что? Вся Греция на него молится. Вы слышите, перед чем мы стоим? Еще бы! Во мгновение ока мы уже находимся в состоянии любви. Проделали 14 тысяч молитв Иисусовых, и уже благодатная сладость у меня в гортани на языке. Вы слышите что? Какой короткий путь! Раз и все! Кстати, хочу вам сказать, что, чтобы вы знали, я вам зачитаю сейчас. Зачитаю, послушайте. Практика мантра джапы приводит в состояние самадхи. Когда имя Бога постоянно повторяется, оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой и спасает от любого страдания и несчастья. Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье. С вами Нараянанда. Практические наставления по достижению самадхи. Мы с вами прямо столкнулись, когда я вам цитировал Харалампе, с православным путем достижения самадхи. Да, это легко оказалось. Берите этот путь, повторяй быстро, повторяй имя Бога непрерывно, и скоро у тебя начинается самадхи. Какой ужас! Видите? Заражается какое огромное количество людей. Повторяю еще раз вам, вся Греция, попробуй вот это в Греции, что я сейчас говорю, побили бы камнями тут же. И если бы спросили, что ты, отец Порфирий, нигде ни одной ссылки ни святого отца? Нет. Откуда это? Что за авторитет? Ответили, ну он же их и не читал никогда. Голубчик, что делается? И у нас, видите, с какое состояние? Переводится, издается, распространяется. Причем издание это произвело в монастыре. Не в нашем, не будет. Да, но в нашем продается. Что великолепно сказал о такой молитве, вот этой непрестанной, особой быстрой, архимандрит Серафим Романцов. Схиархимандрит Серафим Романцов, это еще глинский старец. Ой, как он прекрасно сказал. Одному вот такому ревностному совершителю молитвы Иисусовых он сказал, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Резко? Абсолютно точно. Можно привыкнуть к словам молитвы. Как автомат уже читается. И человек находится в самообмане, он молится. Это ужасное слово, которое вошло у нас в обиход. Вычитывать молитвы. Какие ужасы. Вот, оказывается, восприятие Христа. А книга, которая до сих пор сводит с ума очень многих, «Откровенные рассказы странника». Процитирую вам оттуда. Странник говорит, «Я многих видал, которые просто, без всякого просветительского наставления и не зная, что есть внимание, сами собою, устно творя беспрестанную Иисусову молитву, достигали того, что уста и язык их не могли удерживаться от изречения молитвы, которая впоследствии так их усладила и просветила.
и из слабых, и нерадивых сделала подвижниками и поборниками добродетели. Почитали бы хоть, что пишет святитель Игнатий, какие он приводит в отношении этого слова. Оскорбление Бога, когда человек не понуждает себя к вниманию. Это оскорбительные слова для Бога. Так же, как оскорбительно было бы, если бы мы разговаривали друг с другом, говорил другому, а сам на него не обращает никакого внимания и болтаю. Любому, что бы сказали, ты знаешь что? Иди кому-нибудь скажи. К Богу, оказывается, это можно. Итак, когда нам говорится, что Христос – это дарователь вот этих состояний, и что христианство – это религия, которая открыла именно путь к духовным наслаждениям, когда акцент внимания на наслаждении – это одна из роковых ошибок, которая, увы, побеждает особенно тех, кто, кажется, стремится что-то такое получить, стремится к христианству, стремится к духовной, кажется, жизни, кажется, хочет что-то иметь, ощутить. Я говорю, вот для этого круга лиц. Ну, нам с вами, я надеюсь, это не угрожает. Мы с вами не стремимся ни к какому духовному совершенству, ни к каким благодатным переживаниям, правда? Для нас с вами как раз другое. Вот здесь, пожалуй, мы... Вот здесь, пожалуй, к нам это относится. Есть, как Христа воспринимают. Мы все с вами продолжаем тему. Помните, кто есть Иисус Христос? Кто Он есть? Ну, сейчас я вам расскажу, кто Он есть. То вы еще не знаете. Христос – это... Помните, было сказано, что... Моисею, что другого пророка воздвигну вам, как Моисея. Вот он и есть другой пророк, как Моисей. Моисей дал, помните, закон, что надо делать? Помните? Помните. И 10 заповедей, и еще миллион всяких предписаний. Так же и Христос сказал нам, что нам нужно делать. И затем Церковь нам это все расшифровала. Что нужно делать? Чтобы спастись и был настоящим христианином, что нужно делать? Креститься, исповедаться, причащаться, ходить в храм, ставить свечки, заказывать молебны, подавать на проскомидию и еще там и выше, и так далее. Вычитывать все правила, да, посещать богослужение и так далее. Если вы это все делаете, все. Все. Когда игуменья Арсения Сибрякова однажды сказала своим сестрам: «Вы никакие не христианки, и христианства у вас нет никакого». Ой, какая была буря возмущения! Еретичка! Игуменья, еретичка! Мы все делаем! Послушание исполняем? Исполняем. Правила вычитываем? Вычитываем. На службах присутствуем? Присутствуем. Посты соблюдаем? Соблюдаем. Сколько еще там по четкам делаем? Делаем. Псалтирь читаем. Что она еще хочет от нас? Ох, какое страшное восприятие Христа, как того, кто дал вот этот закон. Что делать? И все сделал, ты свят. Причем как еще свят? Эти те, которые не делают, с каким презрением я на них смотрю. Понимаете, насколько я выше всех? Я все делаю. Вот это вот законническое обрядовое восприятие христианства, это ужасное бедствие, который уже касается, наверное, непосредственно уже нас. Это просто, это какая-то беда. Если вы обратите внимание на Евангелие, то вы встретитесь с поразительным явлением. Христос обличает, причем с каким гневом, вы помните, даже слова «с гневом», кого обличает? Законников.
фарисеев, которые все это исполняют. Да что такое? И ни разу не сказал: горе вам, убийцы, горе вам, прелюбодеи, горе вам, воры, горе вам, обманщики. Читал Евангелие, целый раз прочитал, наверное, и не нашел такого. А зато в отношении этих праведников, вот это да, там достается чуть ли не на каждой странице. Кому? То все тщательно исполняет до последнего. Даже свечки передает через правое плечо, а не через левое. Во когда же! Все делают, горе вам! Гробы окрашенные, которые исполнены внутри мерзости и хищения, лицемеры, змеи, ехидны. Вот только подумайте, если это собрать и зачитать, то, пожалуй, волосы станут на голове дыбом, даже там, где их нет. Вот, от всех этих вещей. Да, друзья мои, в чем дело? Неужели непонятно? Христос сказал: блаженны чистые сердцем. Все это, я вам скажу, все вот эти внешние вещи, в том числе и принятие таинств, слышите, обращаю внимание, в том числе и принятие таинств, когда оно совершается просто по обычаю, как положено, так и надо, так? Все оно, если оно совершается без понимания того, что задачей моей является не это все, это строительные леса, а совсем не дом. Если забываем о том, что главной целью христианской жизни является очищение души от той скверны, которых в нас сверхдостаточно. Если у нас не появляется чувство покаяния, если мы не видим своих грехов, все это становится мерзостью пред Богом. Вы вспомните потрясающие слова Евангелия. «Господи, не Твоим ли именем?» И начинается перечисление. Помните? «Не Твоим ли именем бесов изгоняли, прокаженных очищали, мертвых воскрешали?» Ответ: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю вас». Вот это да! Такие чудеса даже творили. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Как пишет Кассиан Римлянин, мы не называем добрыми тех монахов, которые хотят прослыть заклинателями, ну, то есть отчитывателями, которые отчитку не называем. Как ты смеешь изгонять бесов, не изгнав бесов страстей из самого себя? Вот это, я вам скажу, действительно, искажение восприятия Христа уже распространяется на самый широкий круг людей. Знаете, водичка, когда течет, она ищет самого низкого места, натыкается на камень, уходит в сторону. Так и мы, когда натыкаемся на камень, который есть Христос, уходим в сторону. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а мы свечкой хотим подменить, или молебном. Или, как очень часто, вы, наверное, обратили внимание, как очень часто вы слышим, никак не крестится человек. Даже не думают о том, не говорят о том, никак не уверует человек. Какой уверует? Чепуха какая. Главное, крестить уверует. Ты венчан? Нет. О-о-о-о! Обязательно тебе надо. То-то зачем? Не веру приобрести человеку, а креститься, причаститься, венчаться и так далее. Все перевернули опять. Какой ужас! Сделать это внешние вещи. Сделать. Само слово. Что нужно сделать? Батюшка, у меня коробка молочка мало дает. И ждет, что скажет батюшка. Скажет: вот прости, прости вот эти вот молитвы, обойди вокруг коровки 3 раза и побрызгай ее водичкой. Во!
В восторге наша бабушка, великого, как вот. А то вдруг пришла вот так, это на моих глазах. А он ей вместо этого, чтобы сказать, какие молитвы прочитать и чем побрызгать, и сколько раз, говорит, а ты, матушка, не подливала ли в молочко водички? Так, если ты не прекратишь этого, не покаешься и не воздашь людям, которым ты молочка, в молочко водичку подливала, вообще перестанет у тебя давать. Ой, какой, не то говорит совсем. Я-то к нему пришла, что сделать, а он мне начал что говорить? Совсем не то, что мы ищем. В результате литература безумная распространяется, как не знаю что, как поветрие, какая-нибудь Богом данная Макария, освещает водичку, освещает маслице. И дает рецепты, как мазаться и когда. Вот ты только в пятницу в 3 часа пополудни, смотри, не ошибись. Да, помажься маслицем, а водички выпей там в субботу там утром и так далее. И ее водичка – все, чудодейственное средство. Безумие, безумие. А вы знаете, какими тиражами издается? Это называется язычество. Обернутая в православную, как кажется, бумажку. Ведь все эти молитвословия, церковные богослужения, принятие таинств – что это такое? Это те средства, которые должны бы нам помогать. В чем? В жизни христианской, которая заключается в исполнении заповедей и покаянии. Еще раз повторяю. Исполнение понуждений к исполнению заповедей и покаяния. Вот что такое. Тогда эти таинства оказываются большой вспомоществующей силой. Множество людей спаслось, не приняв ни одного таинства. Слышите? Все ветхозаветные праведники. Сколько мучеников. Разбойник даже не крестился, не причастился. Множество людей спаслись, не приняв ни одного таинства. Но никто не спасется, кто не увидит своих грехов, не будет каяться в них и не спрашивать помощи Божией и в молитве, и в таинствах церковных. Все, еще раз вам говорю, вот это искушение понимания Христа, как законно обрядовое понимание Христа и христианства, страшная вещь. И вы знаете прекрасно, я думаю, какую силу имеет эта ересь из ересей в нашем народе.